Очень хорошо. У тебя скрипка очень дорогая, наверное, да? Зубенко мастер. Мне еще не очень. Зубенко итальянец, да? Из Кремоны. Нет, Зубенко это москвич. Я знаю тоже. Но действительно очень хороший такой полный звук. И ты этим очень хорошо пользуешься. Играешь замечательно. Мне единственное, даже, я бы сказал, беспокоит то, как ты держишь скрипку. Я обратил внимание, что вот это сухожилие у тебя очень напрягается. И потом, как я об этом подумал, перевело голову вперед. И, видимо, устало. И не осознаешь, когда ты играешь. Я понял, что неудобно ей это. Поэтому я тебе расскажу, как это делал Михаил Абрамович Голицкий на первом уроке. Что он делал? Он говорит, вот ты знаешь, вот ты вот стоишь без скрипки, да? А потом ты держишь скрипку. И сзади не должно быть видно, как будто ты что-то изменил. Вот попробуй, повернись там спиной, пожалуйста. И вот мы запомнили, как ты видишь, да? Не напрягай ничего. Теперь положи скрипку на плечо. А, видишь, подняла плечо. А этого не должно быть. Так, значит, что ты должна сделать? Я очень рекомендую, если этот мостик можно регулировать, высоту можно или нет. Сейчас, наверное, нет. А вот найди себе такое, где можно. И кроме того, ты можешь сделать следующую вещь. Возьми кусок поролона, знаешь, такой резина такая. Из нее делают плечики, да? Положи себе под одежду, это будет мягко, тебе не нужно будет так поднимать. А лучше всего, если ты найдешь подбородник, который выше. Врачи, которые занимаются вот медициной такой, музыкально-спортивной, они считают, что лучше не здесь увеличивать расстояние между скрипкой и плечом, а здесь между скрипкой и подбородком. Тогда это не ведет. Мне нужно вот так. Значит, получается, что скрипка как бы поднимается сюда. И не нужно так слишком поднимать правую руку. Да? Поэтому это нужно урегулировать. А еще ты можешь сделать. Значит, играй вот так вот, без каких-то нот. Как в ресторане. Вот, знаешь, как иногда строгость. Прохаживается от столика к столику. Вот это очень хорошо для тебя. Без того, чтобы класть голову на скрипку, привыкни, потому что голова тебе, в принципе, не очень нужна. Потом возьми, положи скрипку
Полагается. Играет. Поражай, давай посмотрим, сколько времени уйдет, пока ты не почувствуешь, что тебе необходимо положить подбородок на землю. Да? Попроси, пожалуйста. Не кладись голову на скрипку. Вот так. Держи, как будто кладешь. На самом деле не клади. Подними немножко повыше. Играй. Как можно больше. Убери голову. Тебе голова и не нужна вообще. Что я просто сказал вообще? Где твоя голова? Михаил Бросевый. Где ты голову оставил? Ты не помнишь? Так что сейчас играй очень легко. Понимаете, ты помнишь Давид Федорович Остер? Он очень часто так вот головой качал, как будто нет, мне это не нравится. Но на самом деле он расслаблял шею. И игра получалась очень свободная. Попробуй так. Значит, что я хочу, чтобы ты сделал? Играй эту вещь сначала, и когда я подниму руку, ты отведи подбородок от скрипки. И так останься. Я руку опускаю, вернись к тому положению, которое. Поняла, да? Начнем. Самый лучший твой друг теперь должен быть зеркало. У тебя есть зеркало? Сейчас я вопрос задал молодой даме, да? Конечно, есть, но как можно длиннее. И игра просто перед зеркалом. Ты увидишь такие вещи в твоей игре. Ты ужаснешься, конечно. Но тебе они не понравятся. И таким образом ты их искоренишь. И твоя игра станет еще лучше. В смысле музыки я даже мало что могу... И посоветовать, чтобы изменить. Вот есть одно место, я хотел с тобой позаниматься, и сюда я тебе покажу. Можно начать отсюда, да? И здесь ты играешь очень громко. А на самом деле это как бы аккомпанемент того, что происходит здесь. Это, например, менофорте, так? Начни вот отсюда. Кстати, вот эти три маленьких сегмента. Там-пам-пам. Ты играешь крещендо на каждом. Да? А я тебе хочу посоветовать. Сыграй один такт в одной динамике. Второй подними, играй в другой динамике. И третий, как будто три разных регистра на органе. Тора-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 ра
Не делай никакого вещи, пожалуйста. Меццо-пиано. Никакого крещения. Совсем тем, что я уже о тебе знаю и вижу. А зачем такой звук тебе? Убери его. Еще раз. Я
кажется, во-первых, это идет от того, что ты миришься с этим. Потому что ты можешь изменить звук, любой звук может достать, у тебя все это есть. Но ты должна следовать определенной философии, что одну ноту случайно можно сыграть некрасиво, а следующую уже нужно изменить. Вот не слушай современных скрипачей таких, как там, я не знаю, не хочу никого обижать, но сегодня в игре у этих скрипачей отсутствует, как сказал Артур Рубинштейн, вы знаете, что, какая проблема в нашем поколении? Не хватает элегантных музыкантов. Вот если послушать Мильштейна, Менухина, Хейфетса, Ойстраха, у них никогда ничто не звучит грубо и натужно. Все отполировано, во всем какая-то вот законченность, как ювелирное изделие. Поэтому ты должна за этим следить. Постоянно. Занимаешься дома, нота некрасивая, сразу измени. Вы знаете, на днях я видел совершенно феноменальную вещь, которая мне дала понять, что звук, в принципе, в ушах, в душе. Играет человек на скрипке, играет тему из Schindler's List, звуком, который мне сразу напомнил Перельман. Кто такой, я его не знаю. Очень красиво звучит, камера показывает его лицо, скрипку, потом камера переходит к его руке, рука есть, а кисти нет, ампутирована вся кисть. Смычок приклеен к предплечью, и вот так человек играет божественным звуком. Значит, любой может играть лучшим звуком, понимаешь? Это меня просто поразило и дало мне, позволило мне понять, что звук здесь. Играй мне, пожалуйста, вот займись этим сейчас при мне, останавливайся, если нужно, и сразу исправляйся, да? Пожалуйста. Sorry. Теперь, значит, какая-то зажатая, не знаю, почему там что-то на спине происходит. Перед этим выдохни и оставь. Вот, сейчас играю еще. Можешь найти это громкое место? Молодец. Так же еще легче играть, правильно? Вот в этом вся и истина игры на скрипке. Михаил Абрамченко, все время он писал статьи на эту тему, что должна быть абсолютная свобода во всех мышцах, относительная. Я один раз производил эксперимент. Есть такая медицина, называется биофидбэк. Тебя подключают в разных местах тело, все мышцы, подключают к машине, которая невероятно чувствительная к малейшим изменениям напряжения в мышцах. Так, ты знаешь, на чем я говорю, нет? И человеку, которого часто начинается зажатие, да, от нервов, нет, не скрипачей, а от нервов. И меня пригласили попробовать расслабиться настолько, когда я очень громкую музыку играю, чтобы эта стрелочка не поднималась. Она, кстати, издает такие невероятные звуки, как будто какой-то сумасшедший кларнетист. Когда волнуешься, как будто сумасшедший кларнетист играет. И я, значит, что я буду играть? Я стал играть как можно громче. Она сначала вопила вовсю. А потом я понял, что у меня напряжение не здесь, в принципе, а где-то на спине, в лопатках, в плече. И он замолчал. Флейта. Одна нота. Знаешь? Значит, это можно. Если я смог, ты тоже можешь. Из-за этого у тебя звук зажался. Знаешь? Когда ты слышишь такое звучание, ты должна сразу восстать против него. И что ты должна сделать? Просто освободиться. Расслабиться. Там, где не нужно. Такой был гениальный пианист, Клаудио Рау. Вы знаете, конечно. Такой патриций, такой аристократ среди пианистов. Он говорил, если у вас хотя бы одна мышца зажата, уже звук не тот будет. Даже если она далеко где-то. И у него никогда ничего не было. Об этом не надо больше говорить, да? Хватит. Давай займемся глубже. Thank you.
хорошо. Единственное, что я бы посоветовал, когда у тебя, значит, вот эти вот как бы доминанты и как бы тоники, когда сильная нота, она всегда лучше звучит вниз. Это моя теория. Я по-другому уже просто жить не могу. Поэтому я предлагаю штрихи поменять немножко. Понимаешь, да? Сыграй такими, пристегивают ноту. Так, пожалуйста. Хочу начинать та-там, тут понимаешь, он не мог по-другому написать, но зарегованная нота. Но мне кажется, что эту ноту надо присоединить к следующей ноте, как в начале. Значит, играет, а потом прямо перекрыть, да? Значит, первые две ноты. Но первые ноты вещи. Та-дам, в самом начале. И стой. Теперь переведи ми, до ди, соль, диез. Еще раз то же самое. Нет. Первые две ноты. Стоп. Следующие две ноты. Вот. Теперь понимаешь, да? Теперь сыграй так, как написано, в смысле штрихов. Отсюда. Можешь запомнить сразу, да? Пожалуйста. Как тебе нравится такой способ игры аккорда, да?
Очень хорошо. Ну, в принципе, что ты делаешь? У тебя сколько тебе лет сейчас? 15. 15 лет я никогда Баха не даю детям еще. Они дети. А ты уже не дети. Ты очень зрелая, и у тебя получается вот как раз то, что я ребят твоего возраста просто даже не ожидаю и не хочу их нагружать. Понимаешь? Какую-нибудь, скажем, танцевальную часть без двойных нот, как, например, алемандри, курант, жизнь. А вот такие вот ноты с двойными нотами, вещи с двойными нотами, с голосоведением, они не понимают это вообще. Могут играть, но не понимают. А ты понимаешь, и я очень этим, я впечатлен очень. У тебя замечательная игра. Мне хочется, чтобы то, что ты делаешь сейчас, ты доносила до публики, которая не все понимает. Ты знаешь, есть такие программы для компьютеров, Computers for Dummies. Dummies — это глупые, дураки. Вот. Там все очень ясно написано. И ты должна еще думать, а вот в каком зале я играю? Значит, здесь нормально. Ты находишься в расстоянии 3 метров от меня. Но если ты играешь в большом зале, сзади люди не понимают. Ты должна крупнее все делать. Играй, пожалуйста, как будто ты в Карнеги-холл играешь. В большом зале консерватории. Еще лучше, я играл и там, могу вам сказать лучше. Хорошо, я спасибо, что ты играл, я вспомнил, что я хотел тебе сказать. Когда ты играешь, а лучше вибрация дает дополнительную напряженность в ноте. Иначе звучит немножко как-то постно, без соли. Играть сначала еще раз. Спасибо. Замечательно. Спасибо вам.